Опа! Всем привет, дорогие друзья, с вами Тёмыч, и сегодня мы с вами поиграем в Лунтика S. Это полная версия. Я очень давно играл в демо-версию, поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь добавилось. В демо-версии, я помню, там было что-то как много то ли багов, то ли как-то было сложно проходить, по-моему, я даже ее не прошел. Поэтому давайте сейчас попробуем поиграть в эту и посмотрим, как у нас здесь все будет происходить. Ну, поехали. Так, после прогулки с Кузи Лунтик шел домой к дедуле и бабуле. Да, это я тоже помню. Но по дороге домой он уронил мячик. Лунтик погнался за мячиком. Вот. Тут добавили секунды. До этого их не было, поэтому, когда я просто проходил, у меня заканчивалось время, я тупо умирал. То есть, непонятно из-за чего. А здесь хотя бы уже показывается, что есть секунды. Да и, в принципе, сама карта изменилась, я вижу. Добавилось много всяких вот этих вот... Ну, вы поняли, короче. А. Вот так вот я должен был сделать, но... все время я не доходил. Не, ну вообще, в принципе, сделана игра качественно, только вот в демо-версии реально было как-то багов много. Сцены именно прикольные. Лунтик, пришло время проснуться. Ну да. Вот только зачем вот так вот именно делать, я не понимаю. Ну, в принципе, конечно, прикольно, но ладно. Можно было именно побыстрее сделать, чтобы оно нажималось. А то как-то все время так долго. Ну давай быстрее. Вот, все. Странно, конечно, где тут все просыпаются, нужно все время нажимать Е, чтобы они проснулись. А, мы теперь играем за Кузю. Ага, это я... Вот оно начинается. Вот как раз вот на этом моменте я помню... я нормально не смог пройти. И там также было в конце, что типа нужно было убегать от Лунтика. А мне не сказали, что надо было прятаться. Поэтому... Блин, я имею в виду в кустах надо было прятаться, а я не прятался там. Поэтому меня все время убивало. Так. Ну, пока что, в принципе... Хотел сказать, пока что, в принципе, не сложно. Что-то как-то это. Пока что не очень. По сложности именно. Так. Окей, тут прошли. Вот здесь надо аккуратно просто пройти и все. Сейчас только вот это тут поднимется вверх. Я надеюсь, там впереди ничего не будет больше, потому что я не вижу. Так. Блин, да ты издеваешься, что ли? Слушай. По-моему, она была такая же, эта карта, или нет? Просто мне кажется, что она была немножко другая, но... что-то пока что как-то сложновато. Так, ну здесь мы уже научились. Хорошо, вот здесь вот у нас будет такой сложный переход на другую локацию, потому что здесь какие-то непонятные штуки. Так, вот сейчас. Вот. А вот как так сделать? Нифига себе, это я тебе... Это как я должен успеть так? А, вот так вот. Так, окей. А, это типа... Ну да. Только почему здесь вот эти вот... Ой, блин! Блин, капец, как он... Я почти прошел, но... Так, это сейчас было внезапно. Хорошо. Там впереди, оказывается, то же самое было. Я думал, там только одна... Ну ладно, так, погнали. Здесь мы прошли. Вот здесь, где она появляется-то? Вон она. Блин, как так успеть? Так, вот это тоже было сейчас опасно. Так. А, это я помню, да. Блин, ну... Это почему-то как-то странно выглядит, ну ладно. По-моему, сейчас Лунтику плохо станет. Ну вот и все. Лунтика, наверное, мозг взорвался просто от этой тряски. Так. О, вот оно. Вот это я помню. Да, вот это было реально сложно. А что означает желтое? Не, ну здесь, в принципе, смотрите. Да, вот хорошо здесь вот так вот добавили, потому что...
Не было понятно, когда появляется эта линия. Так. Возможные причины. Кузя попал в лазер. Кузю поймал призрак. Подсказка прятаться в... Спасибо за подсказку. Это мне уже в комментариях как бы давно еще объясняли. Вот. Потому что я, честно, реально не заметил, что нужно, можно так вот в кустах прятаться. Где кусты? Вот это кусты есть? Вот давайте проверим. Вот мы типа спрятались. А, в большие кусты. А, ну все, теперь тогда понятно. Спасибо за подсказочку. Еще одну. Так, ну хорошо. Не, ну в принципе, вот так вот легко, да? Все, смотрите, вот большие кусты. Где Лунтик? Просто надо понять. Во, хорошо работает. Так, где еще большие кусты? Вот они. Все, сейчас он обратно полетит. Во. Так. На всякий пожарный постою, потому что там, возможно, уже будет конец. Да. Так. И... Чё так далеко, блин? А, все, мы прошли. Вот. Вот как раз на этом моменте уже... Стрельба ведрами. Господи, зачем? Вот. Вот, короче, вот после той... Локация уже заканчивалась демо. А зачем эти ведра? Ну, допустим, окей. Возможно, сейчас мы будем... Нифига себе, тут памятник стоит, Лунтика. Серьезно? А чё они такие здоровые? Ну, оригинально, конечно, сделали. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Я так понимаю, нельзя, чтобы она касалась, да? Ну, видимо, да. Так, давайте я, наверное, буду снизу, чтобы успеть, так скажем, улететь. Вот так вот. Все? С первого раза прошли. Электричество. Твой друг на данный момент не владеет этим челом. Его украл я. Но почему? Он пришелец. Его тело идеально контролирует электричество. Верни Лунтика. Его уже не вернуть. Он мне нужен для убийства всего живого. Их трупы дает мне силу. Когда я наберу достаточно сил, я создам такой импульс, о которого все вернется к прошлому. Я не позволю тебе этого сделать. Ну попробуй. Не, ну реально прикольно сделано. Опа-на. Щит Лунтик. С. Так, подожди, а как стрелять на Е, да? Да. Сейчас будем ведрами отстреливаться, да? Так. Что это летит? А, вот он, Лунтик. Щит. Ё-моё. Вон он как. А что внизу появляется? А, тут типа... Понятно все. Я понял. Слушай, а если все время вот так вот стрелять, то я, может быть, и попаду в него. Я просто не знаю, где... А, вот, все, я щит сломал, смотрите. Нифига себе, у тебя сколько там здоровья, глянь. А я все так вот все буду расстреливать. Я в него... Ой, аккуратней. Просто вот... вот такие... А, у меня уже... А что у меня так КП мало? Просто такие вот биты, мне это тоже не очень нравится, потому что, ну, не видно, где он находится, пока ты там его найдешь. И он тебя уже может убить. И все, и капец, у меня почему-то здоровье отнимается. Все больше и больше. А, ну понятно теперь, почему отнимается. Я вроде успеваю. Блин, я... А, не успел. Ну, в принципе, если постараться, то да. Вот видите, даже в него как-то там и попадаю. Ой, тихо. Ай! Не, ну тут, да, можно убежать, смотрите, от этих шишек. А где Лунтик С, я не понимаю. Вот. Было бы прикольно, если бы сразу бы со всех сторон
стреляли, тогда было бы намного легче. О, вот он. Так, здесь аккуратнее надо. Где? О, тихо. Аккуратней. Ай! Ух. Еле получилось. Так, ну смотрите, в принципе, если он сейчас меня еще раз не ударит, то я его убью. Просто не хочу все заново потом проходить, это как бы... Тихо. Опа. Нифига себе, у меня сейчас получилось, как неплохо. Вот это как у меня так получилось? Так, Лунтик, ты где? Я на всякий пожарно буду сразу отстреливаться, а то мало ли еще. Вот еще было бы прикольно, если бы можно было его, типа, снаряд убивать, которым стреляет, я не знаю, чем он стреляет. Хотя, может быть, так и можно делать. Все, чуть-чуть. Все, вот. Прости. С первого раза пришел, да как у меня так получается, не понимаю. Надеюсь, ты будешь гореть в аду. Ну, окей. О, Мила. Так, а Мила не будет стрелять? Не, Мила не будет стрелять. Так, ну здесь, в принципе, не сложно, да? А, еще, Ё-моё, вот это посложнее, в принципе. Ну, хотя, в принципе, здесь можно спрятаться, так вот и все. И легко. Да, серьезно, вот эти вот штуки, которые красные, вот этот зеленый, желтый. Ха, все. Они намного легче, чем лазеры. В смысле, я ж... Так зеленый же был, алё. Так, вот уже что-то уже не то. А, нет, это меня спалили. Это не то. Это уже я. Так, быстрее. Вот, все. Да ё-моё. Подожди, а звук такой же, когда я... Хотя пофиг, в принципе. Ух, ничего себе. Проскочил как. Все? А, еще... Слушай, тут еще туман есть какой-то. Или... А, ну мы, наверное, в облаках. Так, нет, это я врезался в эту линию. Все, уходи. Сюда. Блин, нет. Я слишком как-то то ли спешу, то ли у меня не получается вообще. Вот, видите, проскочил, тут вниз, тут стоять. А нет, подожди. Не, я думал, что это легко будет. Что-то как-то странно, да? А, мы еще застреваем в каких-то местах. Это плохо, что мы застреваем. Да блин, ну... Ладно. Та-яй-яй-яй-яй. Ух, окей. Да, что он там застревает? Что его там может задеть? Так, окей, хорошо. Вот туман пошел. Вот. Все? Прошли мы? Что такой длинный проход куда-то? Ну ладно. Опа. Попробуйте поднять кристалл для осмотра. Нажмите на кристалл. Зачем так делать? Ну ладно. Как-то странно, конечно, можно было другую как бы кнопку сделать. Ну ладно, сейчас вы, возможно, будете слышать очень такие громкие звуки от мышки. А чему к нему нормально подойти, что я не могу? Чему так медленно к нему прям взять его просто не можем? Все, ну ладно. Ну давай побыстрее. Возьми ты его уже, Мила. Что ж ты его взять-то не можешь? Слушай, это прям какое-то испытание. Взять кристалл. Сейчас я мышку свою сломаю уже скоро. Ну давай уже. Уже все, уже мы дошли. Все. А... И где кристалл? Как мы оказались здесь? В смысле? Странно, конечно, что сейчас произошло, но мы почему-то снова по... Заново? Что? В смысле заново? Какого? Они офигели, что ли, заново все проходить? Так нечестно, лянь. Я на такое не договаривался. Я нажимал мышкой. Она, может быть, не знаю, сколько я уже раз на этой мышке нажимал, потому что я кликер тоже играл.
просто, ну, как-то, значит, ну ладно, в принципе, прошли. А что будет, если не брать этот кристалл? Там же можно же дальше пройти или нет? Я просто не хочу опять нажимать, ну это как-то странно. С Лунтиком... Блин. Я сам до него дотронулся. С Лунтиком-то понятно, когда просыпаешься, типа, да, прикольно, но почему именно здесь? Это прям такое очень жесткое испытание, взять кристалл? Не знаю. Скорее всего, сейчас мы сломаем мышку. Это краш-тест моей мышки называется. Точнее, кнопки. Они хотят мою мышку сломать. Ладно. И тем более, видите, она даже дотянуться не может до него. Зачем он уберет, непонятно. Потом мы все равно начинаем все заново. Я надеюсь, там дальше будет несложно, а то все заново проходить как-то не очень хочется. Так, ну давай, 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 быстрее, быстрее, уже все, уже дотянулись мы уже, все. Вот и все. Поехали дальше. Так, что у нас будет дальше? Сейчас будем очень сильно аккуратными, потому что даже музыки никакой нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, как я это сделал, господи, вот это сейчас было очень опасно, потому что там прям снизу, прям все, прям уже... Опа, так, это уже поинтереснее. А мы успеем? А, успели, смотри. Просто мы как бы слишком длинные. Так, окей, мы можем... Тоже от кого-то будем сейчас прятаться? Да, смотрите, можем спрятаться от кого-то. Значит, будет Лунтик, да? Давайте проверим, будет Лунтик или не будет. Ну, не зря же тут такой большой камень поставили. По-любому сейчас кто-то придет. Или не придет. Ладно. А, ну, в принципе, когда мы проходим, она зеленым горит. Поэтому нормально все. Зачем там сделали камень, непонятно. Ну ладно, короче, идем. О, все, пришли. Вупсини пупси, я знаю, что вы здесь. Советую вам сразу сдаться, ведь я не один. Ну я же знаю, что вы. Да Лунтик говорит, да? Не делайте виду, что вас нету. Я найду вас. Слушай, прикольно сделано. Так, это вражеская пещера. Что происходит? Так, а что надо сделать? Ничего не понятно. Так, выход. А что такое ББ? Ой, ё-моё. А вот... почему кто-то стучит, я не понимаю. Так, давайте, допустим, мне даже не дают посмотреть. Что такое Б? Дайте посмотреть просто хоть чисто для интереса. Ну, хорошо, давайте обойдем. Давайте его обойдем, обманем его, и все, нас типа тут нету. То есть это надо обязательно собирать, вы хотите сказать, да? Вот, блин, какие вы умные. Ой! Аккуратней. А если вот так вот саноны меня не поймают? Или поймают? Так, ну давай мы его соберем в любом случае, это что? Мы упустили их! Чего? Хе, вот я и спрятался от вас в уголочке. Даже если прямо прям в упор спрятаться, то все. Так, пусть он выйдет оттуда, а то мне это не нравится, что он там так. Остолопы! Ах ты ж, блин! Поймал все-таки, слушай, это еще сложнее, чем, наверное, прошлый, да? Правильно я понимаю? Оно что, все трясет, все еще трясется, блин. Ладно. Ух ты ж, как было сейчас очень опасно. Ладно, хорошо, не будем терять время, потому что пока там катается. Так, а я за тобой поеду лучше. Тут можно даже, в принципе, встать вот где-то вот здесь, вот, и он должен не коснуться. Так. Обратно, да, вы хотите сказать, чтобы я пошел? Ну, ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, нет, все нормально. А вот мы тебя и надурили. Эй, тихо-тихо-тихо, спокойно. Так, убегаем от него, сейчас будет что-то очень страшное. Что там? Уйди! А, нет, все нормально, все отлично.
Что это было сейчас? Призрак лунтика С рядом. Как так-то? Вы в поле зрения. Что? Упана. Чего? Безликий шерш? Кого? А подожди, я пошел назад, и это какая-то секретка, что ли, или что? Так, ну, походу, нам нужно забирать зеленые, да? Очень, конечно, странно. Непонятно, зачем это мы сейчас делаем. Я думал, сейчас вообще скример какой-то будет. Так. Ну, в принципе, пока что нормально. Да, сейчас мы его выиграем, все. И еще одна, да? Где последняя? Вон она. Блин. Ну да. А, вон она еще одна. Все. Ну и чё? Так давайте без скримеров. Игра вроде как бы обычная, да? А, нет. Куда мы идем? Все, нам все. Ё-моё, господи. Чё тут? А ему чё, всё равно, что ли, да? Вообще пофиг на это. Ладно, ждём. Ждём, что будет дальше. Опа. Здорово, Лунтик. Всё, что ли? Лунтик С. Это всё? А чё такая... Что такой конец какой-то странный? Так, игра как будто не закончилась. Даже музыки нет. А где музыка? Ну, ребят, не знаю, концовка какая-то странная. Спасибо тем, что кто снял нашу игру, Тёмыч, Крабокот, Нео, Мистер Декат, Корпорация Нюси. Продолжение следует во второй главе. А, ну... Ну, хотя бы хоть музыку какую-то ставишь. Что-то как-то странно закончилось оно всё. Ну... Окей, хорошо. Ну, в принципе, игра прикольная, да. Уже намного легче было проходить, когда есть подсказки. Поэтому, в общем, как вот так вот. В общем, ребят, если вам понравилась эта игра, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик, вступайте в ВКонтакте, комментируйте видео. И, в принципе, на этом все. С вами был Тёмыч, всем удачи и всем пока-пока.